Буэнос нас диас, перцы. Ядерный разрыв на взрыв вашего экрана. Это значит, что мы продолжаем раздавать неиллюзорных смитфлос питмуслон. Это что бы вы думали? В прошлой серии нам позвонили вот по этому перцу. Че у нас тут? Истреблятор, драк и снова истреблятор. Блять, мне это нравится. Зеленый Астон против зеленого Додж Вейпера. Заебца. Заебца. Да, Вейпер определенно резвее, чем я думал. Сколько там разрыв? 11 км/ч. Норм, чё? Некоторое отставание я смогу компенсировать. Не, в рот ебал там ехать. А лучше по нормальной дороге. Блять, вот тут косячок получился. Это называется ебут без смазки. Вот это я называю разъебом. Откровенным. Откровенным, потому что я ни от кого не прячусь. Блять. У меня еще есть фора где-то секунд в 6-7. Ну, так, в общем-то, и вышло. Теперь драг. Так, первая авария. Минута 0.4, что, блядь? Блядь. Он просто ехал на расслабоне, слушал регги. Не слабо. И третья гонка тоже истреблятель.
ну нахуй, я лучше по своей полосе. Ну, он хочет, пусть ебошит по встречке. Вообще без вопросов. Такое ощущение, что нам придется сейчас резануть кружбан. У кого первый трафик? Жалко, что этот пидор не дал мне карту. Посмотрел, где мы катимся. Так, немножко гасим инерцию. Как тебе такое? Так. И с некоторым звуком вжух. Так, здесь надо пройти по правой полосе, чтобы... больше места для разгона. 220. Так, что там? Ну, километров 60 у меня фора есть, в случае чего. Ну, вообще по красоте. Все, ребятки, это Габелла. Для него. Готовченко. После него ничего, кроме тачек, не открылось. Заебись. И 100 тысяч сверху. А, ирландская задница. Ты стал четвертым в списке, все обзавидовались. Говорят, Рейзер чуть в штаны не наложил. Теперь между вами никто не встанет. Ваши дела — это ваши дела. Пока что ты можешь спать... спокойно. Что у нас по тюнячкам? Так, здесь все четко. По-моему, какая-то тюнячка у нас все равно не стояла. Нет, то хуйня. Тюнячки, блять, не то. Какой-нибудь спойлерец. Так, покрасим. Десочки вот так. Запедалим тонировочку. Ну а теперь ведро хоть куда.
Ну, теперь ведро хоть куда. Теперь надо посмотреть, что я тут черт нам приготовил. 8 гонок, 5 пари и 5,5 тонн рейтинга. Так, по пари. 32 метки, 600 тонн рейта. Меньше чем 2 минуты. 8 минут подряд. Ну и плюс камеры. 225, 255, 285. Сука, все в Кэмдоне. Так, а сколько нам паришек надо? 5. Короче, одна камера по-любому наша. Контакт. Сейчас, короче, за 2 минуты надо съебаться. Диспетчер, Чарли 4. Тут машина со знакомыми приметами. Проверяю номер. Объект зеленый Астон Мартин. Скорость выше ограничения. Диспетчер, у нас 10:35. Скорую в мой квадрат. Так, он пытается скрыться. Преследую. Блять, не проехать. Ладно, закуриваем. Так, с той стороны мент. 10-4, диспетчер, я Чарли 3. Блять, я походу сам себя запер. А нет. Да что ты делать-то будешь, а? Диспетчер, нужна скорая. Объект потравил машину. Блять, не успеваю. Выходите вперед и блокируйте дорогу. И избегайте ущерба посторонним. Браво, 2-1. По-моему, после апа Астон стал еще более юрким, но при этом не потерял в стабильности. Охуенно? Охуенно. Да сука ж ты, блядская. Надо что-то делать, или он уйдет. Внимание, я иду на сближение. ДТП с участием нарушителя. Позиции не меняются. Че, успеем, не успеем? Не, не успеваем, ребятки. Потому что в рот я его съебал, чмыри. Долбоёбы, блять, теперь надо отвязаться как-то, что ли? О! Только тебя мне и не хватало, блять, ты косая. Отставить! Я нашел его, он здесь! Теперь он заехал на территорию кампуса. Отцепляйте район! Как сквозь землю провалился. Информация для учебников. Надеюсь, прокатит. Блять, 42 секунды сверху. Код 6 сохранен. Вот так вот. Так, по гонкам он ничего предлагает. 12 гонок. Драгонем, драгонем.
Кадиллак? Говорить времени особо не было, надо было клавиши перебирать. Раз заезд. Спринтет. Секундомер. Съездим, поистребляем. Гольфище, Супра, какой-то там мерим, вроде даже и Макларен. Ну и я. Которому не видно нихуя. А, это Фиат. Какой нахуй гольфищ? Три, ебать. Придется очень жестко наверстывать. Все равно, по-моему, маловато. Ну, я вылез на третье место. Нет, не вылез. Ну, я еду-то первым. Это еще 55%? Что? Что? Я опять нырнул на четвертое место. Да что ты будешь делать, а? Не отстаю больше, чем на сотню. Тоже, по сути, на финише. Просто на ебаном финише. Сука блядская. Еще и позицию проебал. То есть проебал все шансы выиграть. Несмотря на то, что у нас еще один билетик. Ебучий бетоновоз, блядь! Конечно, блядь, он первый приехал, пидорас.
в рот я ебал эти секундомеры, вот просто в рот ебал. Поэтому на этом моменте я, наверное, прервусь. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До встречи.